На госпиталь нахуй, в рот оно ебись. Там даже задания нет. Давай. Я знаю, где будут сейчас убивать меня. Ну и где? О. А, вон, вижу. Внизу, блядь. Чуть говно ебучий у нас. Сука. Минус броному. Да-да. Моя... Тяжелая дал! Ах. На углу он. Нахуй, я лечу его, убиваю. Он в палатках, блядь, по мне хуярит. Я ресуюсь. Ресуйся. Привет, пидорас. Фак, сам фак. А этот около палаток. Да, вот он здесь. Убьешь или нет? Убил через палатку, пидораса, опять нахуй. Ага. Я его всю дорогу через палатку шил. Тряпные гандоны. Так, нам надо какое-то задание найти. Подожди, у меня есть дрон, стой. Над нами союзный дрон-локатор. Вот он, на крыше. Здесь все обчищено. Он один. А меня забрать. Все, пойдем. Тяжелая? Да. Слышу, что там нож засвистел. Нашел. Вышел. Блять, вот здесь. Ха, в прыжке прям. Говно приземлилось. Да, я слышал. Забегай в дом. Убил. А, блять, я уже на крыше. Все, да не-не. Я просто не смог забежать, потому что он в спину начал стрелять, мне пришлось свернуть. Это этот, десантура, который ты в палатках убил. А. Так, ну и чё? Куда? Куда, Костя, скажи. Сейчас. Во. А я думал, может поедем корону убьем? Ну давай этих убьем дроном. Карта включилась, блядь. Надо убрать ее на тап. На крышу давай. Где он? Это какая-то фигня. Там никого нету, показывают, что там кому-то кто-то есть и выстрелы, блядь. В гараже, да? Ну, он показал, что он на гараже вообще. А, это, кстати. Меня сейчас чувак через бетонную стену простреливал. Ну, вот, который был за забором. Прикольно. Вот здесь, по факту, никого нету. Мы сюда приехали, блядь. Хрен знает зачем. Поехали за коронами. Но труп здесь есть. Да? Да, вот и здесь. Здесь тихая мышь есть. Может, кому пригодится? Я не допрыгал. А ты с базукой прыгал? Нет, с ППХ. Поехали за короной. А, ну да. Он, может, разбился. Я тяну за руку. Отмечай. Вот опять тут стреляли сейчас.
Ну здесь никого нет. Я не знаю, что это. Гасится петух. Конечно. Банки. Ну, точно. На крыше. Одни тяжелые. Убил. Все готово, да? Да. Отлично. Ящик с патронами, если что, у нас есть. А мне вроде не надо. Мне бы это. Брони. Вон магаз. О, подожди. Я вставлю броню. А у тебя есть еще броня? Да. Вот где вот они стреляют, блядь? А, давай на магазин купим, попала, саморезы. А комплект не над нами вражеский БПЛА. Комплект через минуту упадет. А. Ну, БПЛА, значит. Слышь? Ага. Бегу. Подожди, БПЛА, ну или что, убивать сначала? Над нами вражеский БПЛА. БПЛА, нет, бросай, БПЛА. Давай. Тоже еще, патрон, блядь, нашел. Еще кто-то высаживается. Да, надо БПЛА срочно. Над нами наш БПЛА. Начинаю поиск. Еще одну купи. И саморез на себе возьми. Я себе взял. На БПЛА. А, давай. Блядь. Кинул. Ну, давай сначала вот этих. Мне туда. Угу. Там к ним еще один парашют. Да, там корона, получается. Там четверо вообще. Вот этих двоих надо забрать. Да, давай сначала двоих, потом корону заберем. Они на крышу полезли, походу. Подвеска с комплектом уже в пути. Еще один должен спуститься. Приближается газ. Отмечаю новую зону. Он вышел спрыгнул внизу. Он в соседнее здание, ну. Внимание, у БПЛА топ. Отъехал нахуй, мальчик. Так, что у нас? Где корона? Корона убежала. Да, комплекты надо. Да, надо комплект. Есть дрон, могу дрон заюзать. Давай. Над нами союзный дрон-локатор. Рядом с нами никого. На комплектах есть кто? Комплекта два, короче. Но там никого нету. Потому что корона уехала. Все, бери и пошли. Так, я снайпу, короче, все возьму. Возьму тоже тогда снайпу, чё. Этот, ебать. С дробовиком был, нахуй. Он сначала пальнул, я испугался, а потом нахуй в упор прям подошел к нему. Нихуя, потому что этот дробовик не делает. Да-да. Так, как там корон? На скутере туда подъехал. Вот брони бы, блять, у тебя есть? Да, на. Да все, короны нету. Ну, он там все равно.
там. Идем туда. О, давай бы плаху я заюзу купил. Да. Это что было? А тут комплект брали. Ой, захват был. Над нами наш БПЛА. Вот, пойдем его. Он там и сидит, прикинь. До сих пор. Нет, он куда-то нам, двинулся. Он к нам идет. Больше никого нету. Странно, он что, одиночка, что ли? Он одиночка, и он берет корону просто, чтобы там, я не знаю. Почему? А может быть, этот где-нибудь выкинул пидораса этого? Да, ну, не знаю, над короной же обычно. О, эти летят! Блять, базуку надо схватить, слышь? Да-да-да, я задание сейчас возьму. Я за базуку побежал у него. Пиздец, выкидывай снайпу. Ну и чё? Потом его обратно возьмешь. Разрешаю атаку. Так, и где все вертушки? Слышь, а не смотри, в какой стороне, блядь, где. Да, далеко. Ну, давай. Нет, на квадрик. Да, может, обратно свою снайпу лучше заберешь. Вот-вот-вот, сюда, поехали. Двигай. Давай. Забудьте, что я сказал. Я буду... Блять, отметь, где там стрелялись только что на горе. Я про потерял. Вот отсюда уже достанешь. Так, отметил. А чё, она мимо прошла? Не знаю, у тебя какой РПГ. Эта ракета не наводится, быстрая которая. А, стрела? Да. Нет, у тебя не стрела, у тебя это. Я понял. Ну, значит, он не наводится на них. Парашютисты, два штуки, вот и вот, блядь. Вон еще. Не попал. Поехали за твоей снайпой. Она вообще в зоне у тебя? Уже нет. Там в милтере тоже сбили. Ой, в этом Бонни Юргу, блядь. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Блять, ебать, сейчас набегут, наверное, сюда. Это мы вообще капец. Ебать, он долго берет. Идет захват сначала, прикинь. Нихуя тут! Следите за небом. Над нами наш БПЛА. Нужны разведданные. Отправляйте беспилотник. БПЛА. БПЛА ведет операцию. Слышь, вот, блядь, рядом где-то. Не, давай спину лучше. Давай, трое еще спине. Я еще один сейчас БПЛА включу и куплю БПЛА еще один. И нет, дай мне сотку, мне лучше смотреть за это. На, а я БПЛА покупаю. Давай. Над нами вражеский БПЛА. Так, купил БПЛАху. Блять, нихуя тут парашютистов, просто нереально. Да, я юзу, а ты включил, ладно. Да-да-да, я включил. Да. Короче, на бункере твоем. Да. Ой, скопа светит уже по нам. Вставляй броню. Да. Блять, я одного там снял броню, не успел добить его, пиздец.
Тяжелый одно. Наверху, да? Еще один остался. Еще с той херни, два, короче. 25 метров. Бегу. С той херни еще 200 метров я поставил. Там скапа тоже заработал. Стоп, отмена. Ну, значит, вот, вот он здесь закрылся в любом. Да, 5 метров. Вот он здесь. И сюда. А, в твоей? Да. У меня С4 есть. Он... Готов. Ну, заберу его снайпу. Аикс. Блять, какой он ебучий, лучше нет. Надо у этого типа посмотреть, у этого что за снайпа. Ой, скопа светит! Да-да-да, вижу. Так, попала, включаем. Я броню вставляю. Слышь, блять, еще на горе где-то. Этого забрал. Слева, который у него тяжелый, да. Смотри, скопу. Броню вставлю. Да что надо мной показывать вот этого чувака, блядь? Я его убил, смотри, скопу, Серег. Да-да-да. Ага, вижу. Готов. Все, заебись. Это его кореш, кстати, был. А. Пойду у него скопу посмотрю. Ну, он меня это нормально шампанул. Я думаю, это HDR-ка, наверное, у него. Да. Он и как раз попадает, блядь. У него дровина HDR. В смысле, я забрал HDR. А, вот магаз. Продавец, если вам нужны припасы. Я думаю, нам сначала надо осмотреться, а не бежать туда. Вообще оттуда вот светили скопаться этого здания, но я думаю, что это вот эти живут. Концентрация газа повышается. Но этот вообще чувак прилетел с горы откуда-то. Все, сбили его. Ну, я бы сказал, это говно, это того не стоит. Не, ну почему? Там вот гранатомет, это шестиствольный выпал. То есть, как бы там, нет, там могут нормально эти. Серёг, бункер опять! Да. Давай бункер заберем. Это, походу, этот же чувак, который вот со скопой сидел последнему. Да, и один на дороге вот здесь. Он к нам подходит вообще. Стоп, отмена. Короче, он забежал в то здание, он приземлился. Он где-то в бункере крысит, блядь. О, ебать. ППЛА входит в район операции. Ранен! Я ранен! Комплект на магазине. Блядь! Да, вон двое. Это те как раз со спины, которые пришли. Пошли от бочки, отстреляемся. Пойдем. Что, они уже, наверное, один уже не светится. В здание зашли. Угу. Блин, ну если мы за бочку пойдем, они нас не выпустят потом. Думаешь? Что, к ним подойти тогда? Ну, не знаю, может быть. Получится. Блять, они сканятся, прикинь. Конечно, они фору взяли. И нахуй. У меня саморез, все нормально. Одного забрал. Броню вставлю. Блять, скопа с горы меня светит еще одна. Да, вижу. Этот пучки где-то бегает. Отхуярил его. Броню вставляю. С горы видел откуда, да? Да, да.
Так, где он? Тяжелая вот тут. Блять, ну продолжить нечем. Надо залутать этих забрать. У меня броня кончается. Ну, купи броню, давай, ты не дам. Нет, взял, нам надо на Серегу ходить на крышу, сейчас придут сюда типы. Окей. Так, что там, активная защита? А, лапа, так остаток. Так, вот на сторидже. Здесь. Ящик с патронами есть, если что. Надо тоже. На крышу нам, так сказать, оглядеться. А зачем на крышу? Можем здание отсидеться. Здесь холодильник есть хороший. Я, кстати, вспомнил по той фигне. Я думал, он побежит меня рашить, я на холодос запрыгнул. Над нами вражеские БПЛА. Этих не видно. Осторожно, газ приближается. Но они там. Вижу. Контакт. Попал. Блять. Броня отлетела. Тяжелое одного. Ой, опять нечем. Они сейчас прыгнут. Да они резнут сейчас. Ну да. Так, я спину смотрю. Бункеры всякие, хуюнкеры. Они левее сейчас просто резнутся и левее. Ну они с теми в горе схлестнутся. Ну да, да, да. Бегут со спины. Противник! Угу. Нихуя. Это саморезы, да? Да, 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 да. Все, да, прячься на крыше, я на холодильнике. Газ броню вставляю. Отмечаю безопасную зону. Все? Одного убил. А еще второй есть? Тут за ящиком. Да, за ящиком сидит он там. Вот там. Тяжелая. Вы вошли в пятерку лучших. Превосходно. Ёб твою. Я ящик с патронами кидаю, у меня нет уже все. Да. Слышу. Брони нет. Че? Мне засчитали. Ничего. Ну все, он типа умер. Бежать надо, блять. Давай. Где справа? Да, вижу, там скопа светит, ага. Блять, 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 блять. Поставь метку. Там где-то. Меня светит гандон. Тяжелая! Хорош. Мне в зону зайти надо. Давай, 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 давай. Ты отмечай, я не вижу их. Блять, перезаряжайся, он там его резает. Пиздец, я так промахнулся, как лох, блять. Тяжелый один. Вот здесь за деревом. Да-да-да, я вижу. Сейчас второй к нему побежит. Стой, не убивай. Ай, ладно, убил. Второго надо, это последний будет. Да? Да. А, ну он где-то справа там. Безопасную зону. Живо. Где? Угу. За этой фигней? Да, 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 да. Я бегу ближе к нему. Да, да. Забрал. Отлично. Вот это нормальный топчик, блядь. Какая-то хрень всю игру происходила. Сколько у нас? 11 и 10. Пойдет.